Днем ранее ДТП прервало путешествие саратовских туристов. В 4 утра субботы автобус, который следовал по маршруту Саратов-Свияжск-Казань, столкнулся с легковым автомобилем. ДТП произошло на территории Татарстана в Буинском районе. В туристическом автобусе находился 31 человек, из них 5 детей и 2 водителя. Пассажиры рассказали, что водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества автобусу. Выехал со второстепенной дороги автомобиль. Мы пытались предотвратить этого. Водитель увидел, притормозил, посигналил. Вот, немножко уехал, ушел немножко от столкновения. Тот автомобиль не предпринял ничего. То есть, как он ехал, так он ехал нам в бок. Получилось, что если бы он хотя бы притормозил, хотя бы немножко левее взял, уже бы не произошло столкновение. После столкновения автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. Пострадали 8 человек, все взрослые. Одна женщина в тяжелом состоянии с многочисленными переломами, ее отправили в Казань. Еще 4 госпитализированы в Буинскую больницу. Местные власти выделили автобус, на котором 26 туристов вернулись в Саратов.